Существует ряд кристаллов, в которых луч света, преломляясь, расщепляется на два луча с разными свойствами. Кристаллы, представляющие явление раздвоения луча, называются двояко-преломляющими. К числу двояко-преломляющих кристаллов относится так называемый исландский шпат. Если положить кристалл на рисунок или чертеж, то мы увидим, что линии раздвоены. Покрыв одну грань такого кристалла непрозрачной пластинкой, в которой сделан круглый прокол, и глядя с противоположной грани на свет через это отверстие, можно видеть два светлых кружка, которые отстают друг от друга тем значительнее, чем толще кристалл. Луч света, попадая через малое отверстие в кристалл, раздваивается в нем и остается раздвоенным по выходе из кристалла через его противоположную грань. Две образовавшиеся в кристалле части луча обладают неодинаковыми свойствами. Одна из них при входе в кристалл и при выходе из него следует обыкновенным законам преломления света в некристаллических телах и поэтому называется обыкновенным лучом. А другая часть раздвоившегося луча в кристалле и на выходе из него лежит в плоскости, составляющей некоторый угол с плоскостью падения луча. По причине такого необыкновенного преломления луча ему и дано название необыкновенного. Образовавшиеся два луча различаются между собой еще и тем, что обыкновенный луч имеет постоянный показатель преломления, кого бы ни было направление падающего луча, а показатель преломления необыкновенного луча зависит от направления распространения света.